С момента обретения независимости экономика Казахстана активно развивается в различных направлениях. В стране большое внимание уделяется сфере образования. В преддверии Дня Республики мы знакомим зрителей с людьми, благодаря которым растет и развивается важнейшая из отраслей, призванная создать конкурентоспособную нацию. Скромный учитель из сельской школы вдохновляет ребят на большие свершения. Возможно, в будущем они станут передовыми специалистами в IT-сфере. Даулетбек Агызам уже несколько лет преподает информатику и робототехнику в школе имени Оралхана Бокея в поселке Глубокое. На его занятия с удовольствием приходят ребята разных возрастов. На своих уроках он старается применять STEM-образование, которое позволяет изучать новую информацию, комплексно применяя теории, практики, нестандартные подходы, инновационные решения. Я преподаю робототехнику детям. Ребята очень увлечены робототехникой. Это новое направление сферы IT-образования, которое активно развивается. Оно стало доступно после открытия кабинета робототехники в 2019 году. Благодаря оборудованию вместе с ребятами мы занимаемся изучением устройств различных механизмов и их программированием. А многие проекты дети создают уже сами. Ученики Даулетбека Агызама показывают высокие результаты на различных конкурсах робототехники. Я уже 5 лет занимаюсь робототехникой. Наш учитель Даулетбек Агызам очень хорошо преподает нам. Он научил нас собирать роботов и их программировать. В конкурсах мы занимаем по робототехнике призовые места. Нуртилео Агызам недавно принял участие в областном конкурсе робототехники, где со своей разработкой занял 1-е место. Это мой парктроник. Его можно поставить на машину. Например, если 20 сантиметров осталось до препятствия, он издает звук. Тем самым предупреждает об опасности. Когда я вырасту, я буду создавать свои собственные марки автомобилей и различные гаджеты для них. Как отмечает учитель, сфера образования активно развивается, и выпускники школ и вузов получают багаж знаний, соответствующий современным требованиям. Это стало возможно благодаря новым программам поддержки государства. День Республики – это важный день для истории нашей страны. Именно 25 октября был сделан важный шаг на пути к независимости нашей страны. Мы гордимся нашей республикой и тем, как она развивается. Возможно, в будущем эти юные ученики с интересом собирающие и программирующие роботов станут инженерами или программистами и будут создавать уникальные проекты, которые внесут вклад в развитие инновационных технологий.